Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про те, як в окремих районах Дніпра переживають режим карантину. З нами депутат Соборної у місті Дніпрі Ради Максим Дегтяренко. Максим Дегтяренко – депутат Соборної у місті Дніпрі Ради, секретар комісії з питань житлово-комунального господарства, освіта, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, за фахом – інженер-будівельник. У період карантину займається доставкою допомоги літнім людям, хобі – активний відпочинок разом із сім'єю. Максиме, я радий вас вітати в нашій студії. Власне, перше питання, як районна рада функціонує в умовах карантину? Взагалі, чи люди ходять на роботу? Як це відбувається? Діяльність районної ради на даний момент не приостановлена. Значить, ограничен прийом граждан. Установлені в поміщенні скриньки для обращення. Значить, повністю, ну, практично там, на 80% переведено в режим всеобщення з жителями района в режим онлайн, то есть телефонный режим, интернет, email, то есть все обращения, которые передаются в районную раду, они все рассматриваются на том же уровне, только вот сейчас стараемся в большинстве своем как бы перейти от личного приема, то есть как бы к телефонному, к email, через інтернет. От, ну, так, зрозуміло. А от взагалі рядова людина, скажімо, може зайти до районної ради? Я, наприклад, спілкувався не так давно там заступницею директора історичного музею, туди взагалі сторонніх людей не пускають. От ви сказали, 80% переведено в режим онлайн. Все равно робота ж не приостановлена, то есть работает і казначейство. Люди на роботу виходять, і є питання, які и по финансированию, там, и разных программ, да, и ОСМД, и финансирование районных отделов там, коммунального хозяйства, то есть и работает казначейство, работает финуправление. Все, то есть общение ограничено, то есть вся документация передается через скриньку, специалист отдела выходит, забирает, обрабатывают документы, в телефонном режиме связываются, подписывают, потом выносят. Человек, значит, отдает, если нет никаких замечаний. Если замечания, тоже стараются по максимуму в телефонном режиме эти все вопросы решать. Ну, от, скажімо, співробітники ходять на роботу як? Це у масках, у рукавичках, я не знаю, як, скажімо, співробітники намагаються, так? Сотрудники, так, да, всі 100% в масках. Угу. Тобто на роботу без масок, я так розумію, фактично не допускаються? Поначалу, конечно, там пытались, как бы все-таки какое-то не шел такое недоверие небольшое, как бы, но сейчас уже все смотрим телевизор, все понимаем, что ситуация как бы серьезная, и все-таки люди стараются приходить в масках. Ну, я так розумію, от чиновники, да, які виходять на роботу, у них проблеми з зарплатою, ну, теоретично не має бути, да, ті, хто в режимі онлайн там працюють, ну, все-таки є і такі, напевне, да, от там як із цим питанням, да, бо багато людей хвилюються, все-таки зараз складна економічна ситуація, в тому числі хто, в країні. Хто переведен, хто працює офіційно, переведен офіційним приказом на дистанційну роботу, то есть все равно у нього функціональні обов'язки всі остались те ж, да, то есть йому поручено, согласно приказу, определенная как бы, там, работа с ответами на обращения граждан или взаимодействие с гражданами по телефонам. То есть они свою работу выполняют, соответственно, заработная плата там, как бы, будет все на том же уровне. Так, тобто чиновники можуть не хвилюватися. Чиновники точно могут не волноваться. Так, а все-таки, от ви є депутатом, да, ви є секретарем комісії з питань ЖКГ та екології, да, депутат районної ради, як і міської, як і обласної, окрім Верховної Ради, це неоплачувана робота, да, як зараз функціонує депутатський корпус, тобто, чи є можливість проведення сесії, хоча вони не так часто проходять в районних радах? У нас планувалася сесія в кінці марта, было определено, там заложено финансирование, выделение финансирования под празднование Дня Победы 9 мая. Ну, ввиду как бы действия карантина, все-таки сессию решили перенести.
планировался попробовать провести сессию там и через Skype, подключались, как бы программа подвисает, все, ну, в любом случае для этого необходимо внести изменения в регламент. Ну, то так есть, как це провели, в Минске, да, как провели да. в городском совете. Да, то да. есть сейчас, в принципе, вот планируется, я думаю, на этой неделе уже вряд ли, а на следующую неделю, то есть есть порядок денный у нас, все есть, решения все подготовлены. Ну, я думаю, що точно так же, як в горсовєті, сесія пройде во дворі районного совєту. Угу. Ну, перше питання у дворі, да, а потім вже да, в режимі да, онлайн. Да, потім вже в режимі онлайн угу. будемо. Так, Максим, от ви згадали 9 травня, да, що планувались певні питання, певне фінансування. Це що? Це адресна допомога ветеранам там, чи дітям війни? Як це? Ну, це в першу чергу підготовка пам'ятних міст. Которые находятся у нас на балансе района. Это и памятник генералу Пушкина, танк, известный танк на проспекте Дмитрия Яворницкого. Скорее всего, его, до речи, не встигнуть перенести до 9-го уровня. Да, и как бы было предложение от города после объезда, то есть его привести в порядок, все-таки обновить, покрасить. И финансирование выделено, субвенция из города как бы зашла уже, ну... Вот эти вопросы сейчас тоже в период действия карантина, ну, неизвестно, как эти работы будут выполняться, не будут, будет ли само празднование 9 мая именно масштабное, массовое, скорее всего, что эти все мероприятия отменятся. То есть, ну, если финансирование выделится, понятно, работы эти все будут выполнены в срок, то есть как будет уже позволять обстановка именно по карантину. Ну, от ви згадали, що, скоріш за все, відмінять 9 травня, ну, такі масові заходи, не 9 травня, а саме масові заходи, да? От, ну, якщо уявити, як може пройти ці заходи, да? Це буде якийсь пропускний режим, все-таки на території Соборного району знаходиться пам'ятник слави, такий головний у нашому місті. От як ви вважаєте, як це може бути? Ну, как бы ситуация сейчас складывается так, что не совсем понятно, что у нас как бы нас ждет завтра, послезавтра, там в течение следующих недель, да. Угу. Как, по всем прогнозам карантин продлится. То есть и пасхальные праздники вот сейчас идут, то есть скорее всего, что и точно так же и 9 мая придется встретить дома с родными, близкими, с кем мы как бы дома. Дома есть. Точно, ну, на улице, я думаю, что именно празднования таких, как раньше, с парадами, с шествиями, в этом году отменятся именно в связи с такой опасностью заражения коронавирусом на массовых мероприятиях. Так, Максим, от ви є секретарем комісії, депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та екології. Да, от, все-таки робота депутата – це не тільки сесії. Да? Багато хто вважає, що це прийшли, понатискали кнопочки, а розійшлись. От, як комісія контактує між собою у цей час? Там, проводяться якісь комісії, я не знаю, онлайн там, чи не онлайн? Як це відбувається? Документация, то, что под сессию была подготовлена, значит, комиссии не собирались уже, так как начало действие карантина. То есть в телефонном режиме мы все вопросы обсудили именно в телефонном режиме. Но перед сессией мы еще планируем, то есть до самой сессии, до вынесения вопросов на сессию, их должны утвердить на комиссии. То есть вопросы, в принципе, согласованы. Дело уже как бы собраться нам все вместе, поставить свою подпись и документы готовы, как бы идти уже на голосование на сессии. Ну, все-таки там дистанція якось буде? Там. Ну, я думаю, що да, там мінімальні якісь там стульчики розставлять, там все як положено, щоб соблюдати ці норми карантину, як би вже по повній програмі. Так, з іншого боку, да, робота депутата – це в тому числі робота з виборцями. Да? От, чи є можливість у вас з ними зустрічатись, якось, я не знаю, проводити контакти, чи, знову ж таки, можливо, у деяких виборців є безпосередньо ваш номер телефону, чи там помічників. Да? От, як відбувається робота з виборцями? Ну, естественно, работа продолжается, как бы уже придерживаемся, конечно, стараемся по максимуму придерживаться правил карантина. Были обращения те, что еще поступили там до начала действия карантина. Кто-то там просит помощь по подготовке своих дворов, палисадников. Там все мы закупили, не хотелось это все оставлять, там ждать, пока закончится действие карантина. Мы развезли людям, раздали там эту краску, кисти. То, что заказывал именно по моему округу, мы развезли людям, раздали, конечно, мы в масках, в перчатках, с санитайзерами, да, с антисептиками. Все, как бы людям тоже раздали маски.
обработали друг друга антисептиком, и как бы, ну, так разошлись. Долгого общения никакого не было, то есть тоже, ну, по максимуму придерживаемся правил карантину. Ви згадали про те, що роздали маски. Зараз досить важко їх в аптеці придбати, да? Можливо, онлайн не можна, але в аптеках фактично пишуть, на вході масок немає. Чи є звернення щодо масок, щодо рукавичок до вас? Нет, таких обращений у нас не было. На самом деле, вот я проехал сегодня в двух аптеках, был, то маски уже появились, и маски, и антисептик даже в свободной продаже есть сейчас в магазинах. Конечно, стоимость их взлетела как бы до небес. Ну, 20-30 раз от 1 гривни там, до 20-30, так. Я также являюсь еще руководителем управляющей компании. У нас работает по обслуживанию жилого фонда двух районов. И у нас работает больше 300 человек в штате. То мы для своих сотрудников закупили вот эти респираторы. Вот уже вторая закупка у нас. 500-1000 штук вот мы уже купили. Тоже, ну, заказывали, конечно, онлайн через интернет-магазины, но все официально по безналу, через новую почту мы получили, то есть своих сотрудников мы обеспечили полностью. Работа управляющей компании, еще мается на увазе, чем занимаетесь? Расскажите про это докладнее. С 1 марта, смотрите, состоялся конкурс. В январе месяце городской совет провел конкурс по выбору управителей многоквартирных домов в районах города. Наша компания победила в Соборном и в Индустриальном районе. И с 1 марта вот фактически мы только вот приступили к исполнению своих обязанностей согласно договору. То есть были грандиозные планы, встречи с жителями, все. Мы с этим стартовали. В течение 2 недель мы это все как бы отрабатывали. И, ну, вот, карантин немного нас приостановил. Сейчас мы точно так же прекратили прием граждан в своих офисах. Повесили объявление, куда можно обращаться. Контакт-центр работает у нас круглосуточно, тоже есть электронная почта. Разные ситуации, какие происходят, стараемся тоже там фотографии через Viber, жители нам отправляют, мы реагируем, конечно. Ну, это такое обращение какие-то слабые. А так, в основном, сейчас, в принципе, из-за того, что людей очень много дома, то заявок увеличилось в разы, особенно по канализациям. Люди пользуются, у нас... Так, Максиме, я уточню питання. Безпосередньо щоденна робота управляючої компанії. Можливо, не всі наші глядачі розуміють, що це таке. Да? От, скажімо, там 9 ранку, чим ви займаєтесь? Управляющая компания вообще занимается обслуживанием жилого фонда, многоквартирных домов. Мы занимаемся в двух районах города. Значит, у нас, ну, работает круглосуточно контакт-центр, который собирает заявки от жителей. У кого-то прорвало воду, у кого-то нет света, там забилась канализация, течь в подвале, на улице какие-то проблемы, уборка придомовой территории. То есть полностью вся эта работа на данный момент выполняется. Практически все сотрудники у нас, они все жители города, то есть они все ходят на работу, и невозможно их перевести, тех же дворников, сантехников, там, на удаленный, да, рабочий день, то есть это мы все выполняем. С 9 утра у нас выезжают аварийные бригады, те, что уже по выполнению заявок, те, что остались с ночи. И бригады ремонтные по слесарям, сантехникам, по электрикам, это те заявки, которые от жителей поступили, у кого там нет света, нет воды, как бы проблемы какие происходят. То есть наши люди все работают в полном, как бы, составе. Порядка 20 человек из 300 – это жители у нас пригорода. Они не могут добраться на работу. Сейчас они оформили отпуска, у них у всех были отпуска. А дальше, как бы, будем смотреть уже, как в такой ситуации поступать. Потому что, ну, в нашей сфере мы относимся к критической инфраструктуре города. То есть мы обязаны просто, да, находиться на работе, чтобы поддерживать удовлетворительное состояние жилого фонда и бесперебойную подачу води, света и... тепла вдома. Ну і знову ж таки, да, повертаючись до питання заробітних плат, не повинно бути перебоїв у людей? Ну, ми напряму залежимо від платежів населення. Тобто ми не бюджетна організація, ми оказуємо услуги, виставляємо счета населенню. Тобто, якщо буде можливість населення оплачувати ці счета, то есть ми, как бы, по максимуму залежимо від жителей, да, і від їх платежей. Тобто, якщо не буде платежей, ситуація буде критична, карантин продовжить і продовжить. Тобто, как бы, ну,
понятно, что есть волнение по этому поводу. Но мы надеемся все-таки, что это надолго не затянется, и как бы у жителей будет возможность оплачивать те услуги, которые они получают в полном объеме. Ну, я не знаю, наскільки це коректне питання. Ви сказали, що ви з 1 березня почали працювати. Да, карантин у нас десь приблизно 2 тижні. От по платежах, чи є перебої? Ви не відстежували поки що цю ситуацію? Ну, зрозуміло, не так багато часу пройшло, щоб говорити про це. Можливо. Ми свої счета тільки виставимо після 1 числа, тобто до 10 апреля, где-то приблизительно люди получат свои квитанции уже с платежами. Платежи останутся на том же уровне, тариф не поднялся на обслуживание, там наоборот даже добавилось в структуру тарифа, еще нас обязали включить техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Так, от трохи хочу повернутися до роботи райради у період карантину. Да? Чи проводиться якась роз'яснювальна робота серед населення у тому контексті, да, те, що ми бачимо постійно і по телевізору, і чуємо від чиновників, там, від правоохоронців, залишайтесь вдома. Чи є така робота? Ну, при любом обращении, которое идет, контактирует с районным советом, однозначно все рекомендуют оставаться дома, не выходить, поменьше выходить на улицу. Особенно те, кто находится, так сказать, в зоне риска, это пожилые граждане, как бы им обязательно необходимо соблюдать. Ну, у нас как бы по последним даже да, дням, там видно, солнышко пригрело, все вышли, считают, что это каникулы. То есть люди гуляют, общаются, но это неправильно. Как бы, если мы сейчас ответственно подойдем к этому вопросу, то есть чем быстрее закончится карантин, то есть чем ответственнее мы к этому будем относиться, тем быстрее закончится карантин, чтобы мы друг друга все-таки в этом вопросе все. Да, ну, на жаль, дійсно, от можна спостерігати, що зараз на вулиці можна йти більше людей, ніж зазвичай у будні дні. Це, звичайно, дуже така тривожна ситуація. От ви згадали про самотніх людей, да, там, про літніх людей. От чи багато від них звернень, чи, що вони просять допомогу? Скажімо, не можуть там вийти на вулицю, там, тим більше в режимі карантину, що вони там не можуть зайти, грубо кажучи, до якогось супермаркету, придбати їжу, бо у них нема тієї ж маски. От чи багато таких звернень надходить до районної ради, до вас, як до депутата? Такі обращення, як депутат, ну, раніше вони постійно ко мені періодично обращаються, граждане, ми допомагаємо. Зараз же ми, як управляюча компанія, учитывая ті обстоятельства, які зараз у нас відбуваються, карантин і желательно по максимуму не виходити все-таки пожилим людям на вулицю, ми організувалися, объединились с Центром общественной инициативы Днепра и от управляющей компании разместили на домах объявление, что если вы все пожилые, одинокие, у кого нет возможности через родственников там, произвести закупки себе, нужны какие-то там медикаменты, мы разместили на домах объявление и вот попробовали в этом направлении вообще это, ну, как бы в качестве даже эксперимента больше начало было именно такое. Повесили объявление, и первый звонок там был где-то через 2 дня. То есть люди сразу так настороженно к этому отнеслись, думают, какие-то аферисты начали звонить, там, выяснять, что это действительно управляющая компания. Значит, и пошли обращения. Мы эти все обращения зафиксировали. Именно никто не сортировал, там как-то не выбирал, что действительно нуждается, не нуждается. То есть мы полностью эти все обращения передали в Центр общественной инициативы Днепра и получили там продуктовые наборы. Я лично как бы со своими помощниками мы поехали развести эти наборы по гражданам, тем, кто к нам обратился. Это только те 2 района, в которых мы работаем, Индустриальный и Соборный. Значит, действительно, когда мы приехали на место уже с этими продуктовыми наборами, то было понятно, что никто не обманывает, люди действительно нуждаются. Пожилые граждане, одинокие в основном, и действительно не выходят на улицу, придерживаются карантина. То есть вот у нас оно происходит все на доверии, и в принципе граждане этим не злоупотребляют. Вот по последним 24 адреса у нас было буквально на днях, мы развезли, то люди вот все встретили. Продуктовые наборы, это что, что туда входит?
Ну, там мука, какая-то каша, макароны, подсолнечное масло, сахар. Ну, такой самый необходимый минимальный пакет. Да, гречки не было. Гречки уже все так, накупили, да, притча но гречки не было. Угу. Ну, от хотів у цьому контексті ще задати питання. Да, от, хто має більше, за вашими спостереженнями, більше важелів впливу для допомоги таким людям? Все-таки їх немало у нас в Україні. Да? Це районна влада, це міська влада, це обласна влада, це центральна рада, це хто? В нынешней ситуации объединились, ну, со всех сторон сейчас пытаются помогать. То есть это и волонтеры, и городской совет, и районный совет по области. Я не знаю, что там происходит, выделяли или не выделяли, но то есть такие программы запущены, она у нас в городе не одна. И, в принципе, все контакты есть в интернете в большинстве. Ну, большинство случаев это все идет, происходит через Facebook, размещаются такие объявления, и уже через соседей там как-то доносится к этим гражданам, что есть возможность получить продуктовые наборы, там, попросить какую-то помощь. Значить, до речі, плюс... вони одноразові, чи це якось там раз у тиждень, раз у місяць, я не знаю, кожного дня? Ну, сейчас, смотрите, у нас ми тільки перший раз, то есть буде зависеть від того, як буде длиться це все карантинне мероприятие по... Так, ну, до 24-го числа точно, але точно, скоріше, поэтому, да, скоріше за скоріше все, всего, да, что продовжать. Это будет... не разовая. И плюс есть реестры тех, кто обращаются в терцентр, кому оказывается помощь. Есть уже какая-то наработанная информация по материальной помощи, кто обращается к депутатам отдельно. То есть эта информация все есть, ее все объединили сейчас. И по возможности разные структуры это все помогает. Ага, з іншого боку, от чи координує свою роботу влада, там райони, міська, з поліцією, з медиками, там санітарною службою? Ну, сейчас идет координация полностью через штаб, то есть у нас в городе есть штаб, полностью все, все взаимодействие идет через городской штаб, именно техногенной безопасности и надзвичайных ситуаций. А щодо роботи комунальних служб, як це відбувається от зараз, да? Саме там, скажімо, у Соборному районі, да? Ну, індустріальний, ви також, мабуть, знаєте ситуацію, оскільки управляюча компанія, хоча й не є депутатом районної ради індустріальної. Мы сейчас, нам поручили, да, это не входит как бы ни в какой тариф, никто не предполагал, что это будет происходить. Сейчас город закупил оборудование для обработки подъездов. Значит, мы самостоятельно закупаем этот химикат для приготовления этого раствора и обрабатывая. Сейчас идет обработка подъездов, это первые этажи, лестничные клетки, перила, то есть входная дверь, крыльцо. И, значит, если возле подъезда есть скамейка, точно так же обрабатывает. И по возможности сейчас у нас мы идем согласно графику и успеваем даже немножко больше. Мы сейчас начали обработку еще детских площадок, которые находятся во дворах наших домов. Вот это у нас сейчас как бы последнюю неделю переоборудованы два автомобиля у нас работают под... Именно под работу на обработке подъезда. У нас установлены эти емкости большого литража. Мы приготавливаем смесь, там засыпается порошок. Все это там, в течение часа оно должно как бы, там находиться. И уже люди обученные, то есть проинструктированные, делают обработку первых этажей подъезда, лестничных клеток и кабин лифтов. Это специальный аппарат, он там воздушная смесь, вместе подается этот раствор дезинфекционный, и оно как в виде тумана, туман сейчас будут как бы смеяться, в виде тумана оно ложится, полностью покрывает перила, кабину лифта, то есть не заливает там полностью, как жители себе это представляют? Нет, это как бы оно все идет по расчету согласно тех инструкций, которые мы получили от города. То есть полностью остается налет, мы заходили, периодически проводим проверку после своих обработок, то есть на стенах вот эти панели, перила,
ступени, то есть пол первого этажа, кабина лифта, все, значит, покрыто этим налетом, оно там в течение 30 минут происходит реакция, как бы, и уже дезинфицируются эти средства. Насколько это достаточно эффективно, как бы, никто же это сейчас сказать не может, потому что мы это все, как бы, у нас полностью вся борьба с этим COVID-19 идет, она вся в экспериментальном, так сказать, ну, так, поле. Вакцин немає, да. Да, а чи є прибої у роботі комунальників станом на сьогодні? Ні, у нас, ну от, как бы у нас є 20 чоловік, які в пригороді, ну ми їх замінили, підмінили, то есть офісы работают, все в онлайн-режиме полностью идет взаимодействие с гражданами. Точно так же и по тепловикам, по водоканалу все заявки как бы выполняются в таком в обычном режиме, можем сказать. Угу. А чи є, от, я не знаю, якщо торкатися інших питань, да, от зараз весна, чи ведуться якісь роботи з озеленення, я не знаю, території? Зазвичай у нас говорили, що висаджуються там кущі, квіти якісь, таке інше. Да? От як зараз в умовах карантину? Чи це питання є не на часі? Ті роботи, які виконуються саме через бюджетне фінансування, вони там планувалися ще в початку року, і періодично как бы, ми можемо наблюдати, що там в різних районах міста відбувається ще висадка дерев, там десь наноситься розмітка, ремонтуються дороги, тобто ці роботи поки не зупинені. Як буде от в подальшому розвиватися події, ніхто не знає. Також ми участвували кілька разів в проєкті «Посади дерево, спаси город», то в этом году, вот ввиду этих всех карантинных заходов, то этот проект все-таки, ну, переносится на неопределенный срок, потому что, ну, это взаимодействие с людьми, это встречи, то есть раздача этих кустов, деревьев, цветов. Как бы вот в проекте мы точно так же хотели в этом году поучаствовать, но он пока есть. Угу. Не рішено. Мабуть, уже останній блок наших питань, залишається не так багато часу. От багато хто говорить про вибори, да? От, про майбутнє, можливо, дострокові парламентські, про вибори до районних рад, які не відбудуться, скоріш за все. Да? От, питання до вас як до політика, можливо, не як до чистого депутата, да? От, як до політика. Все-таки нам потрібні дострокові парламентські вибори, ваша думка? Сейчас, что касается выборов и последних тех даже заседаний Верховной Рады, то, что на днях у нас произошло, то и учитывая, да, распространение этого коронавируса, то есть непонятно вообще, будут ли плановые выборы в местные советы. То есть, скорее всего, что их тоже придется отменить. То есть тут даже две причины будет. То, что сама вспышка распространения этого вируса, плюс еще неизвестно, откуда мы будем брать деньги на проведение этих выборов плановых в местные советы. Тут, ну, что тут говорить, как бы, о досрочных выборах парламентских, я думаю, что пока нам это не грозит точно. Так, ну, будемо сподіватися, да, що все буде, все добре. Буде добре. Все буде добре. Да. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з депутатом Соборної районної у місті Дніпрі Ради Максимом Дегтяренко. На все добре.